Кумертау почти 40 лет культивируется такой вид спорта, как дзюдо. За это время в городе было подготовлено более 50 мастеров спорта и более 200 кандидатов в мастера спорта по этому виду единоборств. В настоящее время при детской спортивной школе работают 5 тренеров, все они мастера спорта России и Советского Союза, а с охватом детей более 350 человек. Воспитанники детской спортивной школы именно этого вида спорта, неоднократные победители и призеры республиканских, всероссийских первенств, чемпионатов, турниров. Имея такую прославленную школу дзюдо и хорошие условия для проведения соревнований, Кумертау давно уже стал центром проведения республиканских спартакиад. В минувшие выходные прошли финальные соревнования по дзюдо 3-й спартакиады учащихся Республики Башкортостан. В соревнованиях приняло участие 17 городов и районов республики, около 120 спортсменов. На финал прибыли те спортсмены, которые прошли отбор на мартовских зональных соревнованиях. После зонального первенства от города Кумертау к соревнованиям на финал было допущено около 24 спортсменов. Ну, надеемся, что на финале наши дзюдоисты покажут свою классность, свой профессионализм. По итогам соревнований на первом месте оказалась команда «Юг-1», состоящая из борцов городов Кумертау, Стерлитамака, Салавата, Мелеуза и Кургазинского района. На втором месте «Центр-1», город Уфа, и на третьем месте команда «Юг-2». Татьяна Сафонова, Сергей Николаев. Новости.